Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю проходить третьего гекса Nintendo 64 версию европейского региона. Так, и мы отправляемся в первый египетский уровень. Точнее, как, почему первый? Единственный египетский уровень. Ух, ну что ж... Холи Мозес, сперва, не знаю, за какой пульт. Вот это что у нас? А, это вот этих уничтожить? Не, я не сюда пойду. Так, ну начинаем. Сперва берем бонусную монету. С правой стороны. Берем мушку. Так, идем дальше. Возьмем еще пару мушек и еще немного. Так, здесь возьмем жизнь. Так, ну сперва направо схожу. Тут у нас вот эта скелетина. Так, первый есть. Первый луч. Вот туда я сперва пойду. Но только после того, как соберу 100 мушек. Так, сейчас идем обратно. Берем вот здесь вот мушки, залезем наверх, тут еще одна. Так, ну коробка мне не нужна. Так, вот эту вазочку надо три раза побить. Так, ну а теперь водопад. Залезаем наверх. Так, берем потихоньку мушки. Пойдем вот сюда теперь. Схожу. Так. Уроним этого. Как он называется? О, тут бонусная монета. Она тут была разве? Ну, возможно, была, но слишком в легко доступном она месте. Так, сделали себе мост. Здесь берем лапу. А, кстати, туда-то я не ползал, а надо ли мне туда ползти? Там, по-моему, только ящик. Да, больше там ничего нету. Тогда возвращаемся назад. Возьмем здесь мушку. Где-то разлетался еще один. Ну давай. А, он мушек не дает, я забыл. Так, а вот там, где хот-доги, я уже был вроде. Да, я тут был. Все брал. Сколько у меня мушек? 31, да? Ну, возможно, столько здесь как раз и находится. А, нет, вот еще на лестнице есть. Одна, 32 стало. Ну, надеюсь, все здесь собрал. Идем дальше. 33. Ой, это где это я? Не понял. А чё меня не перенесло? О, ничего себе. Забагульки, забагульки.
Так, берем еще немного мушек тут. 4 штучки. Так, прыгаем дальше. Так, еще 4 собираем. Чекпоинт. Ну давайте чекнем чекпоинт. Так, берем красную муху и убиваем, сжигаем паука. Появляются платформы. Так, ну, сперва можно сходить вот сюда. Это путь с верблюдом. В любом случае, нам надо собрать тут все. Да, используем верблюда как транспорт. Так. Давайте выйдем здесь. Торговый автомат. Ага. 50 мушек уже есть. Осталось второй полтинник собрать. 54. Так, ну и скачем дальше. Так, хот-доги, окей. Возьмем здесь немного. Так, а у нас разве тут что-то есть? Да, у нас тут есть лапа. Окей. Так, теперь наверх надо залезть. И вот сюда. Теперь сюда. Тут еще одна лапа. Еще одна лапа. И еще одна лапа даже есть. Тут полно лап, на самом деле. Так, тут полно лап. Окей. Вау, куда это меня занесло? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, ну вот. Берем еще одну лапу и уходим отсюда. Вроде здесь все собрал уже. Так, ну поскакали. Верблюд. Так, теперь в эту сторону. Пока один только луч у нас сделан. Так, ну нам в любом случае вот сюда. Здесь можно наверх. В принципе. Так, второй скелетина. Давай. Вращайся. И второй луч. Так. Возьмем бонусную монету. Так, что у нас снизу еще было? Чекпоинт был. Был чекпоинт. Ну давайте, возьмем его. Ух ты. Тут у нас лапка была. Так, окей, возьмем лапу. Так, здесь опять можно куда-то ползти. Только здесь, по-моему, тупики. Да. Здесь тоже, по-моему. Оф, у меня уже 2 лапы осталось. Так, ползем выше. Жизни брать, наверное, не буду. Ну,
Ну или возьмем, давайте. Пару жизней. Цепляемся. Так, ну идем дальше. Сбиваем эту штуку, берем лапу. Ай, а чё лапу-то не взял? Интересно. Так вот. Так, заслушки. И эти, как его, настенники. Возьмем лапу себе. Восемьдесят восемь мушек, да? Так, ну можно, наверное, сюда сходить уже. Еще один скелетина. Все, третий луч сделали. Пробили стену. Собираем еще одну лапу, мушки и выходим. Так, ну теперь туда нам определенно. Так, камера. Она вообще не крутится. О, закрутилась. Зеленую муху возьмем. 93, да, стало? Так, 95, 97. Так, дьявол этого... Ах ты сволочь! Так, активировали телевизор. Вот здесь вот. Поднимается, но в него я не пойду. Сейчас. Так, тут кувшинка. Как раз три мушки последние. И мы взяли пульт. Так, а что насчет лапки? Я где-то пропустил одну. А, я знаю где. Она как раз там, вот туда, куда я иду. Осторожно, настенники. Падаем вниз. Вот здесь вот. Падаем вниз и идем в этот проем. В стене. Вот сюда. Здесь последняя лапа. Ага, у меня уже их 6 стало. И я все собрал, да. 2 пульта из 4. Сохраняемся. Так, идем дальше. Идем дальше. Теперь давайте. Так, нет, это я первую заставку включил. Теперь надо вот этих Devil уничтожить. Так, ну нам в любом случае сюда надо. Жука можно этого не трогать. А вот тебя надо потрогать. Так, мост активировали. Возвращаемся. Возвращаемся назад. Так, и
делаем чекпоинт. Стреляем в паука. Сжигаем его. Появляются платформы. Так, мы идем налево. Опять-таки. Так, нет, этот проем нам больше не нужен. Поднимаемся наверх. Тут еще чекпоинт. Да, может, эта экспертная камера как раз хуже. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а куда я ползу-то? Правильно я ползу? Нет, неправильно. Так, вот второй тут должен быть где-то. Вот здесь вот. Вот он. Так, ну идем. Дальше. Так, опять настенники полезли. Так, та дыра мне уже не нужна. Мы идем вот сюда. Ну, здорово. Так, ну что ж, запрыгиваем вот в этот телевизор. 3 из 4. Так, ну идем дальше. Теперь на верблюде будем скакать. Но в любом случае надо сходить налево. Эх, не допрыгнул. Нам надо в любом случае сделать мост. Так, ну теперь идем. Куда мы идем? Скакать на верблюде в тот путь. Так, сбиваем чекпоинт. Красную муху. Сжигаем паука. Готово. Так, платформы на месте. Окей. Так, ну что, верблюд, поехали. Так, ничего собирать не надо уже. Так, ну вот мы и здесь. Наверх. Вот телевизор. Прыгаем в него. Все, египетский уровень прошли. Сохраняемся.
Ну, на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.